Чебоксарах на базе корпуса номер 6 ЧГПУ имени Яковлева в рамках реализации указа главы Чувашии о дополнительных мерах по укреплению здоровья и содействию физическому развитию детей проходит обучение инструкторов оказыванию первой медицинской помощи и плаванию различными техниками. Будет учить важному в жизни умению плавать и правилам поведения на воде школьников 2-4 классов. Занятия КРУ проходят под руководством мастера спорта СССР по плаванию Ольги Черновой и доцента кафедры спортивной дисциплины Ларисы Дюкиной. Так, министр физической культуры и спорта Василий Петров посетил тренировочные занятия 3-го потока инструкторов. В рамках реализации этого указа будет задействовано порядка 60 бассейнов по всей республике, которые принадлежат физкультурно-спортивным комплексам, образовательным учреждениям. И ученики 2-4 классов будут осваивать навыки плавания. Это порядка 14 тысяч детей в год. Будет подготовлено педуниверситетом 59 инструкторов. Сегодня уже 3-й поток, последний 4-й, и со следующего года уже программа обучения плаванию начнет действовать. Министр спорта и ректор университета также обсудили возможность организации курсов повышения квалификации для руководящего звена спортивных организаций на базе вуза. Целью программы руководитель физкультурно-спортивной организации станет повышение у обучающихся профессиональных компетенций, формирование современных знаний, овладение новыми техниками управления. Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны иметь среднее профессиональное либо высшее образование. Обучение будет идти в течение 5 месяцев по очно-заочной форме. Татьяна Козлова, Степан Гурьянов. Жизнь столицы.